Добрий вечір. У ефірі телекомпанії «Ніставек». Зробив цей час. Програма «Добрий вечір». Наша гостя сьогодні – Олена Кисельова, депутат Миколаївської міської ради, голова фракції партії «Європейська солідарність» та голова постійної депутатської комісії з прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики. Добрий вечір. Добрий. Ітак, Єлена Васильівна, ради привітати вас в нашій студії. Собственно, достатньо з прошлого року ми не виділися в цій студії. Поэтому вдвойне рады. Ну и, собственно, накопились темы, еще то, что называется, с прошлого года. Если не возражаете, может быть, начнем или немножко поговорим о результатах сессии городского совета, которая у нас состоялась 24 декабря. Там было принято ряд важных решений, ну, собственно, о них и поговорим. Обсуждение, в принципе, такое было достаточно острое. И вот, скажем, если смотреть на реакции непосредственно Европейской солидарности, то там достаточно острую реакцию вашей фракции вызвал один из последних вопросов, или даже последний, по-моему, вопрос регламента. Что с ним не так? Поясните просто николаевцам, почему так активно возражали, не голосовали, а в конце концов депутат Сергей Танасов даже кричал «ганьба». Ну, смотрите, там дело не только в регламенте, а дело в процессе, можно сказать, принятия судьбоносных решений. Мне кажется, что в данных вопросах режим турбулентности неуместен, но это, скажем так, решение и ответственность всегда одного человека, по большому счету городского головы. Поэтому он устанавливает правила, те, которые одними воспринимаются, вторыми считаются навязанными, но ты с этим ничего не можешь изменить, потому что у тебя там или 5 голосов, или просто один громкий голос. В части регламента. Регламент – это основной вообще документ, по которому городской совет может и должен жить следующие 5 лет. Как по мне, работа группы, которая занималась разработкой нового регламента, вот таким подходом была, скажем так, ну, извращена в той части, что нельзя писать правила, которые сам же не исполняешь. В данном случае та норма, которая была впихнута в регламент, она не была оговорена во время работы коллектива. Более того, эта норма совершенно инструментальная с целью решения одной задачи. Просто жители города, ну, они не так посвящены в эти моменты, но для меня это важно, потому что демократия – это процедура. И когда мы говорим о том, почему у нас потом возникают конфликты, то если фундамент заложен на конфликт, то потом жизнь такая будет. Поэтому возвращаюсь к регламенту. До момента голосования за регламент депутатским корпусом за неделю до этого было проголосовано положение о комиссиях постоянных депутатских. Более того, не просто проголосовано положение, а и сформирован состав. Состав был сформирован количественный и фактически пофамильный. И были сессии затверждены главой комиссии. Норма данная перекочевала из предыдущего и регламента, и положения, и такая норма существует во многих городах, когда сессия голосует только за руководящий состав в лице голов комиссии, все остальное отнесено вопросы избрания секретарей комиссии и заступников комиссии, отнесены к компетенции уже непосредственно первого заседания комиссии. В принципе, бытность Николаевского городского совета, сколько там уже десятилетий, никогда с этими никаких вопросов не было. Но в этот раз произошел эксклюзивный момент. С учетом того, что состав комиссии, ну, условно был сформирован не по желанию депутатов всех, а это было, скажем, такое монопольное принятие решения. Кого куда, ну, условно запихнули, или кто где успел договориться, в какую комиссию идет, то и произошло. Поэтому комиссии, которые были сформированы и вышли на заседание, не во всех комиссиях были избраны заступники и секретари. То есть тот состав комиссий, который сформировал сессия, да, по чьей-то указивке или по чьими-то там попередними договоренностями, он показал неспособность в решении вопросов избрания секретаря и главы. И то есть это привело
ну, на первых заседаниях в некоторых комиссиях конфликтов. И главы комиссии, такие как вот комиссия по ЖКХ, ничего лучшего не придумали, чем, имея возможность сформировать, ну, большинство в зале, перегнуть ситуацию через колено. Для этого была в регламент впихнута новая норма, которая суперечила принятому положению комиссии, где четко прописан порядок, кто, когда и кого избирает. И было написано о том, что теперь сессия за это может проголосовать. Тут же был состряпан, как горячий пирожок, такой блинчик, проект решения, и за него в турборежиме проголосовано. Может, кто-то сейчас скажет, ну и большое дело, это портфели делят в очередной. Смотрите, это дело в том, что дело большое, когда ты понимаешь о том, что мы все кричим о том, что правила нарушаются, но когда в угоду корыстным мотивам правила потом изменяются неколлегиально, и таким образом каждый следующий вопрос может быть вот так точечно решен, это говорит о том, что правил для всех не существует. То есть есть, скажем так, интерес в принятии того или иного решения. Поэтому следующие 5 лет, до момента, пока большинство есть, вопросы будут в зале пролетать на ура. Ну, то есть депутаты превратятся просто в кнопкожателей. Все будет красиво выглядеть, вопросы будут проходить, но в целом многие, скажем так, демократические процедуры, они будут бутафорными. 2 вопроса. Ну, собственно, вы упомянули комиссию по ЖКХ и коммунальной собственности. Комиссия, в принципе, достаточно принципиальная. Ну, как минимум, все коммунальные предприятия. Это сотни миллионов гривен, которые оборачиваются. Конечно. В поле, да, видимости. Да. Ну, фактически, вот на первом заседании, как мне кажется, может, вы меня сейчас поправите, работа комиссии была заблокирована, потому что оппозиционная платформа «За життя» имела большинство и начала откровенно навязывать, ну, местами, ну, извините, просто популистскую повестку дня. И, ну, собственно, и произошло то, что произошло. А вот этим решением, как бы такая политическая целесообразность, фактически эта история была разблокирована, и дальше комиссия работает. А как она дальше будет работать, если вы говорите о каком-то... Ну, так она же работает. Ну, так, а что тогда произошло? Не сошлись только, извините меня, в дележе портфелей? Вы же понимаете, что в следующие 2-3 заседания, если это ситуативное большинство сыпется, то тогда все вопросы будут заблокированы. Такая же история у нас с бюджетной комиссией. Смотрите, какой вызвал резонанс ситуация в этой комиссии, но все общество очень мило, вернее, не обратило внимания на парадокс о том, что комиссия бюджетная сформирована под одно большинство, что в бюджетной комиссии 3 чиновника, которые являются бюджетными распорядителями, и нету никакого конфликта интересов. Вы понимаете, вот в какую систему координат сегодня городской совет входит? То есть все вопросы, они становятся публично вроде бы открытыми, но ментально это чистой воды колуарщина, такой между собойчик на 3, на 5, еще на кого-то. Меня в данном случае успокаивает только один момент. Я хочу посмотреть, куда эта кривая мечты приведет, потому что я точно знаю одну вещь, и я буду эту вещь транслировать везде. Сегодня в городе Николаеве за все отвечает городской голова. У него сегодня нет ни одного субъекта и ни одного объекта, ну, в лице человека, за редким исключением, которые могут быть ему реальными оппонентами. Оппонентами в части принятия решений, в части расходования средств бюджета. Он сегодня вот монарх. И мы сегодня входим в 5-летку монаршей власти. Хорошо. Может, еще одно уточнение к вам как к юристу. Фактически у нас вот, кроме всего вот эмоционального, вот всего, там сформировалась коллизия, потому что в части комиссий было по регламенту проголосовано, да, тому, который сформировал, собственно, вы сформировали, да, в рабочей группе, а в части комиссий проголосовано вот, собственно... Супер, вы это понимаете, а обществу это не интересно. А это имеет какие-то юридические последствия? Имеет. Что фактически там, да, секретарь и заместитель вот так вот, а мы там были, секретарь... Мы были, так, как это сказать, культурно посланы на 3 буквы. На 3 буквы, я имею в виду, это в суд. Поэтому, если кому-то что-то не нравится в существующем городском совете, то сегодня ты просто
идешь в суд, то есть идешь в никуда, потому что все решения подписаны, они набывают чинности, они начинают работать. Я могу вам еще привести такой интересный момент. Вот сегодня в стадии подписания находится проект решения по положениям о комиссии. Комиссии как бы есть, вроде мы как бы за них проголосовали, но в комиссии по регламенту законности и гласности выкачивал один абзац, который касается конкретно деятельности департамента антикоррупционной политики. То есть, ну, не нравится людям ходить и отчитываться, не нравится людям предоставлять информацию. То есть не хотят люди открытой деятельности. Но если бы это были просто чиновники, это один момент. А сегодня это чиновники с правом голоса. То есть они сегодня являются бюджетными распорядителями, они сегодня являются депутатом в городском совете, и они сегодня являются руководителями департаментов и структурных подразделений. То есть один человек в себе включает и элементы исполнительной власти, и так называемый законодательный, и еще наделен контрольными функциями. Знаете, в украинской есть присказка хорошая: сам пью, сам гуляю, сам стелю и сам лягаю. Замечательная конструкция. Слушайте, ну мы живем сегодня в открытом, абсолютно прозрачном мире. Нет, мы сегодня в иллюзии всем, открытости. Всем платок на роток не накинешь. Это вот, иллюзия. Вы здесь в студии, вы говорите о тех проблемах, которые уже сейчас. Так городской совет еще, ну, только что вот начал работать, еще ж впереди целых 5 лет. То что произойдет? Всем дадут подряд, всем дадут красивое коммунальное предприятие за деньги налогоплательщиков ублажить, скажем так, свое большинство всегда можно. Горсовет сформировал, утвердил заместителей городского головы и управляющего делами. Ну, собственно, видим лица, которых уже и раньше видели в структурах исполнительной власти. Видим новых людей, которые здесь, собственно, в Николаеве, пока вот только будут начинать свой творческий путь. Как оцениваете состав? Я вам хочу сказать, я даже оценивать не хочу, потому что есть люди, которых я знаю, ну, скажем так, по истории общения, они вполне мне понятны в общении, они понятны как специалисты. Есть люди, которые совершенно упали как снег на голову. При этом для меня вполне, ну, скажем так, некорректным есть прощание с отдельными предыдущими замами. Но опять же, я повторюсь, это все ответственность городского головы. Он так решил. Он в этой студии, комментируя, отвечая на этот вопрос, он сказал, что, собственно, если люди не будут хорошо работать, их попросят хорошо, на выход, супер, и, собственно, сессия назначит другие. А хорошо работать — это как? Как можно узнать, хорошо они работают или плохо, когда эти люди не приходили и не говорили даже о том, они входят в систему координат, как они будут в ней работать? То есть кто будет оценивать критерии, хорошо или плохо? По принципу, как я угождаю главному начальнику по личным каким-то, скажем так, моментам или по отношению к жизнедеятельности города? Вот когда мы говорим плохо или хорошо, хотелось бы понять, где же эталон. А у нас, ну, старта нет, поэтому хорошо или плохо будет определять Александр Федорович. У него свое хорошо и свое плохо. Он за это отвечает. Ну, а сессия — это, извините меня, одобрямс и восхвалямс. У нас такая будет сегодня жизнь. Бюджет. Как общее впечатление? Ну, бюджет вообще никогда невозможно быть им доволен. У меня впечатление от бюджета — это конкретно структурный бюджет по содержанию штатной численности, та, которая была, очень маленькие, скажем так, возможности для реализации задач и целей, которые сегодня существуют у города, очень, скажем так, слабое навантажение на медицинскую галузь. Для меня не все цели понятны, почему мы во время коронавируса, когда люди страдают от недостатка финансов даже для элементарного приобретения медикаментов, почему не заложили какие-то средства для приобретения этих медикаментов за счет городского бюджета, мы покупаем кровати. Опять же, это ответственность чиновников, они так решили. Ну, вот тоже, может быть, сейчас нам поясните, там же то, что называется бюджет развития, это сотни миллионов гривен. Они же остались, ну, условно, не расписанными. И, насколько мы понимаем, опять же, сессия городского совета вернется к рассмотрению бюджета города Николаева 2021 года, ну, уже, собственно, вот в какой-то перспективе. Знаете, плохо
плохо во многом разбираться, тебе тяжело от этого, горько. Потому что я понимаю, что это, извините меня, кость, которая брошенная депутатскому корпусу неосведомленному, который понимает и думает, что бюджет развития – это что-то такое, за что нужно, там, я не знаю, бороться или что может быть радикально изменено. Давайте возьмем, сопоставим цифры. Какой суммы городского бюджета всего? 4 с лишним миллиарда. Вот ключевой момент. Миллиарда. Сколько бюджет развития? Ну, нам, на, как говорится, на роспись предложили 600 миллионов. Ну, вот пропорции, подождите. Нет, пропорции понятно. Но мы же всегда слышим. Вот эти вот миллиарды, ну там... Супер. Я прошу прощения. Ну можно я закончу? Да. Ну мы же всегда слышим, вот дословно буквально следующее. Слушайте, ну когда люди, которые поднимают вопрос этих миллиардов, они же лукавят. Ведь эти миллиарды, это на самом деле защищенные статьи. Это за зарплаты бюджетников, коммуналка бюджетной сферы и дальше по списку. Ну то есть они и так будут потрачены, эти деньги. Нет? Нет. Это, как? Это красивая манипуляция. Это, извините меня, флаг, который вам вывешали, и за которым декорация, за которой спрятаны глобальные вещи. Кто знает, сколько денег нужно на содержание чиновничьего аппарата? Это видно только в одной строке. Кто знает в этой одной строке, какая сумма идет на обязательные выплаты, предусмотренные законом, и на поощрительные? Это вам никто никогда не покажет. Это вот эти все премии, потом поощрительные зарплаты и все остальное. То есть вам показывают, ну, такой, знаете, вот фильм был хороший, «Могила Нибелунгов». Вот это такой фейк. А это, а 600 миллионов, когда мы говорим о бюджете развития, это на самом деле, ну, если мне не изменяет память, штук 35 строк, в котором прописаны адреса объектов, которые тянутся, можно сказать, большинство из них уже десятилетиями, и который принцип росписи бюджета «Розвитка» должен быть совершенно простой. Есть объекты, которые начаты, да, и их нужно закончить. А вот их много. И нужно понять, можно ли при такой необходимости начинать новые объекты. Дальше. Если мы говорим о том, что как определить приоритет в начатых объектах, то есть для меня это совершенно простая вещь. Есть объекты, которые мы украшаем, да, но там какую-то проводим реконструкцию с целью того, чтобы они стали там лучше. А есть объекты, которые мы спасаем, они аварийные, и в которых проводятся работы, которые, без которых эти объекты не могут функционировать. Да? То есть это аварийные здания, отопление, все, что связано с коммуникациями. То есть иначе этот объект не функционален. И вот, наверное, это и есть главный приоритет. А все остальное, ну, извините меня, это от лукавого. Опять же, комментируя бюджет, городской голова здесь сказал, что да, какие-то объекты подождут. И как пример он привел, например, спорткомплекс «Надежда». Да. Очевидно, понимаем, что таких объектов, ну, будет какое-то количество. Это разве не то, о чем вы говорите? То, о чем я говорю. А дальше мы должны с вами смотреть. Подождут они просто, когда наши налогоплательщики накидают нам средств дальше в казну, или все-таки у города достаточно исполнительных органов, коммунальных предприятий, всякого разного рода агенций развития, которые могут искать иные источники финансирования для удовлетворения нужд громады. Ведь сегодня вы, если посмотрите тот роспись, там будет одна графа, источник джерела надходжения, там будет местный бюджет, а есть инши. То есть это какие-то другие формы, гранты, запозычения, привлечение соинвесторов, то есть какие-то другие механизмы деятельности, которыми живет целый мир, целая планета. Город Николаев и чиновничья рать, они так придумали для себя хорошую модель, знаете, матрица такая, очень удобная. Сколько налогоплательщик денег дали в городской бюджет, столько мы их потратили. Самое главное, не обидеть себя любимых, назвать это защищенными статьями, а все остальное, ну что после отрезанного пирога крохи остались, ну то громаде и сделаем. Вот мы так и живем. Я вот слушаю вас, и вот, собственно, ну, как говорится, я думаю, что люди, которые следили вот за, вот особенно вот этой сессией, уже такой по-настоящему рабочей, задавали себе вопрос. Большинство, которое голосует, это ситуативное большинство или уже стабильное, как долго оно просуществует, сможет ли, или мы, собственно, вернемся к порочной практике сессий прошлого созыва. Вот, я вот слушаю, мне кажется, что ситуативное, да? Нет? Ну, смотрите, вопрос в том, что, опять же, я говорю такие вещи, за которые меня очень много людей реально не любят, потому что я говорю правду. Можно ли удовлетворить
каждый раз условно там 28 плюс людей, которые нажимают кнопки. Да всегда можно. Бюджета города на это хватит. Можно всегда кого-то, извините меня, благословить какими-то вещами. Понимаете, о чем я говорю? То есть купить большинству при наличии денег в бюджете всегда можно. Нет, ну купить. Ну мы же тоже, ну давайте будем честными. Ну это не просто купить, это какой-то просто отремонтированный детский сад на округе, да? Нет, ну детский окна, сад вот это и есть проблема, окна, что один раз расписать, а можно по-другому покупать. В защищенных статьях оставить, которые никто не проконтролировал. А мы надеялись, что мы заживем по-другому. Не, мы заживем по-другому. Я вам хочу сказать, эмоционального накала страстей в зале, за редким исключением, если еще кто-то кого-то не сломает, то я думаю, что в следующие 5 лет точно не будет. Вы будете наблюдать за такую вот картину всеобщего благоденствия. Тем временем, собственно, у нас наступил Новый год, и вот уже вот в первые же дни я вижу, что коллеги, средства массовой информации городские, обратили внимание на решение Николаевского исполкома еще того созыва 23 декабря, в котором с 1 января родители детей первых, четвертых классов учеников средних школ теперь будут платить 50% стоимости питания. Ну а, собственно, родители детей, которые ходят в детские сады, 70% от стоимости питания. При этом мы помним, что, ну, во всяком случае, звучала такая цифра. На организацию питания в учебных и дошкольных заведениях на 2021 год город выделяет 120 миллионов с чем-то там, с хвостиком гривен. И также мы помним, что тема организации питания сопровождалась у нас громкими скандалами последние несколько лет, там, с уголовными делами, разоблачениями, там, совсем, с изъятиями документов. Ну, то есть, вот это все мы наблюдали. И вот теперь родители узнают, что они должны будут платить деньги. Ну, как-то, как это складывается в кучу? Отвратительно складывается. И смотрите, как интересно. Вы говорите, когда город выделяет. Вот депутаты проголосовали за то, что ранее определил исполнительный комитет, еще того состава. Могут ли депутаты контролировать вообще этот процесс? По закону типа да, по жизни катастрофически нет. Ну, то есть это невозможно. Сколько депутаты говорят о том, что модель питания, она у нас пагубная, она отвратительна. Город тратит 120 миллионов на питание в детских дошкольных учреждениях и в школах, при этом жители города недовольны ни качеством питания, ни моделью питания, и при этом еще родители теперь должны за это заплатить. Кто в этой ситуации доволен? Довольно только предприятие, которое выигрывает тендер, и чиновники, которые эти 120 миллионов выставляют на тендерную процедуру. Все, больше удовлетворенных во всей этой конструкции нет. Это о чем говорит? О том, что эта модель, она навязана обществу, она экономически невыгодна, она порочна, но при этом есть власть имущие, в которых конкретно есть возможность расписывать эти средства, и она им удобна, она им понятна и практична, потому что чем больше миллионов на тендер, тем вкуснее потом пирожки дома. А у детей в детских садах и в школах, ну, уже как получится, по остаточному принципу. Готов ли городской совет входить в эту конфликтную ситуацию и менять систему питания? Ну, я пока вот точно не могу сказать, найдется ли там 10 человек, которые захотят развалить эту систему. Потому что, знаете, как настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Вот у нас эта ситуация. То есть кто-нибудь... Многие понимают о том, что эта модель, она порочна. Это коррупционная модель. Давайте будем честными и откровенными. Если звезды зажигаются, значит, это кому-то выгодно. Можно ли ее поменять? Да. Ее нужно было поменять еще прошлые 5 лет. Скажем так, предложат ли нам возможные изменения? Думаю, что нет. Или произойдет опять очень какой-нибудь большой конфликт, или, скажем так, родители, которые будут доведены уже до бешенства той ситуации, которая есть, то есть качество питания и его стоимость, они не будут, скажем так, между собой сопоставимы, и это будет очередной конфликт. Тогда будут очередные рабочие группы, очередная история в том, что ой-ой-ой, мы разбираемся, даже, возможно, уголовные дела, даже, может быть, красивые картинки в СМИ, но
ситуация кардинально не изменится, потому что для этого нужна воля и политическое решение одного человека. Хочу поменять и могу поменять. Это решает один человек. Ну, я не знаю. Вот, скажем, перед этой же сессией, 24 декабря, там накануне начала развиваться некая история вокруг Николаева водоканала. Я, как обыватель, почему-то ждал, что все-таки на сессии будет поднят вопрос, а не хочет ли там руководитель предприятия коммунального как-то доложить по этой ситуации, может быть, дать какие-то пояснения. Потому что цифры, которые попали в средства массовой информации, и то, как они трактовались, некоторыми политическими силами, там шла подтасовка. Ну, то есть, мне казалось, что есть интерес и с той стороны прокомментировать, прийти в сессионный зал. И в сессионном зале должен, по идее, быть интерес заслушать. Точно так же и здесь. Ну, так инициируйте, заслушайте, пообщайтесь. Ну, хорошо. Ну, то есть, нет? А вас не смущает тот факт о том, что водоканал – это коммунальное предприятие? Я об этом и что говорю. Что контроль за коммунальными предприятиями находится в сфере полномочий профильного зама, профильного, двух профильных управлений, и еще у нас есть департамент антикоррупционной политики. Как вы думаете, вот из этих четырех составляющих хоть кто-то один из чиновников, а сегодня один из чиновников, он же депутат, он в принципе мог и должен ли бы озвучить эту ситуацию? Ну так, ради, скажем так, даже морали и этики. Нет, у нас же тишина и мертвые с косами стоят. Для того, чтобы отвлечь внимание, создана очередная фейковая рабочая группа, которая кроме как того, что спустить, знаете, весь пар уйдет в гудок и никакого больше эффекта не будет, и все будет потом чинно и благородно. Дальше будут продолжать отвинчивать, откручивать, отламывать. Выходка депутата городского... Теперь вопрос вам, собственно, вы руководитель профильной комиссии, то, что называется, по этой теме депутатской постоянной. Выходка депутата городского совета Максима Невенчинова в новогоднюю ночь, с которой он уже попал в базу данных миротворца, станет ли она предметом, ну, я не знаю, как минимум некой беседы на комиссии? Ну, смотрите, есть две составляющие. Законная и, опять же, морально-этическая. Для того, чтобы вопрос рассматривался на комиссии, головой которой я являюсь, вопрос может туда попасть двумя моментами. Быть инициирован мной, или туда зайдет чье-то заявление, да, о рассмотрении. Даже если туда не зайдет чье-то заявление, я точно для себя понимаю, что мною данный вопрос будет инициировать. Результативность рассмотрения в этой комиссии – это, знаете, вот ноль по фазе. Потому что закон, в принципе, не нарушен. Более того, для меня это на эмоциональном уровне и на, скажем так, ну, на гражданском, это совершенно фриковская выходка, которая, целью которой было привлечь к себе внимание, чем, собственно, мы с вами сейчас и занимаемся в том числе, создать себе дополнительные элементы пиара, взбудоражить, скажем так, патриотически настроенную часть общества, которая особо-то и будоражить не приходится, она постоянно взвинчена и имеет на это право. Дальше, мы все с вами понимаем о том, что скоро там, или пошли слухи, не за горами парламентские выборы, и таким образом данный, ну, скажем так, я назову сейчас в контексте без обид, пусть меня даже рассмотрят на комиссии по этике, персонаж, он специально привлекает к себе внимание, моделируя ситуацию на будущую предвыборную кампанию. Общество ему в этом помогает, и мы с вами в том числе сейчас. А в принципе законных инструментов кого-то наказать и пожурить нет. Для этого у нас существует целый орган, да, там СБУ Украины, которые в принципе проводят и, скажем так, и открытые действия, и скрытые. И по большому счету, мне казалось бы, я им привет передаю, что это относится к их компетенции, и они должны дать этому оценку. Более того, единственное, что вот даже сейчас во время диалога мне приходит на ум, я так и поступлю. Я не знаю, проголосуют ли члены комиссии, сформированной тоже странным образом, потому что я буду инициировать возможность прийти туда, представникам СБУ на сессию и дать оценку этому. То есть депутаты, они разные по своим политическим, скажем так, вподобаниям. И я понимаю, с учетом того, как у нас голосовался исполком и какая была дискуссия представителей партии Шариковых или как этих вот
как они там, кругленьких этих, красненьких. То есть я понимаю, что это специально будет будоражить зал. Ну, общество это хочет, значит, общество будет это иметь. Тот человек, он сделал действие, он же, я так понимаю, адекватный, справка-то у него есть от психиатра о том, что он вменяемый. То есть он намеренно это делал, и он дальше с этого снимает дивиденды. Вчера у нас достаточно активно поработала постоянная депутатская комиссия земельная. Так бодро рассмотрела более 200 земельных вопросов. И, ну, собственно, предполагается, что следующее заседание у комиссии 11 января в понедельник. Ну, не знаю, если так вот все это пойдет, то складывается, есть надежда, что вот эта печальная практика прошлого созыва, когда сотни земельных вопросов зависли и не голосовались, есть надежда, что, собственно, они будут проголосованы в какой-то обозримой перспективе, если это все разблокировано будет. Если мне, скажем так, не подводит понимание моего опыта, вчера на комиссии рассмотрели в основном граждан. Граждане, в принципе, особо никогда не тормозились, там, за редким исключением. Поэтому, скажем так, хорошо, что комиссия начала работать. Могу ли я поставить это в достижение 200 вопросов? Не могу, потому что я не вижу в этом подвига. Но слава богу, что начали работать. Я не про подвиг, я про то, что достаточно динамично это все движется. Ну, если так и пойдет 11 числа. Так, а вопрос, смотрите, у нас, если вот дьявол кроется в деталях, если разобраться в том, почему вопросы не доходят до сессии, то очень часто в этом даже не земельная комиссия была виновата. Вот на моей практике есть ряд примеров, когда земельная комиссия вопрос рассмотрела, даже чиновники подготовили проект решения, и он умер в этом пятиэтажном здании. У меня год проходит процедуру согласования, аркуш погоджения. Это вот есть примеры, я как бы могу целые передачи про это проводить. И никто не виноват. Это ваш личный вопрос? Это вопрос касательно церкви Александра Невского, отвод земельного участка. То есть это не коммерческий вопрос? Боже упаси, я коммерческими вопросами не занимаюсь. Я просто смотрю те проблемные моменты, которые возникают во время взаимодействия с исполнительными органами власти. Очень много комических ситуаций, годовщина будет. И таких вопросов очень много. Все равно хочется надеяться. Надеяться. Для того, чтобы мы с вами не были голословны, я не знаю, как заработают нормы регламента, специально в пояснительной записке, но опять же, это тем, кому интересно, должна быть указана дата, когда заявление того или иного субъекта, который обращается за получением дозвольной процедуры, зашло в ЦНАП. То есть я хочу видеть, во всяком случае, почему один вопрос зашел в ЦНАП и рассмотрен там в течение 3 месяцев, а один вопрос зашел, например, 5 лет назад, и там, извините меня, ему стало очень сложно выжить. Потому что это и есть вот те элементы коррупции, о которых общество все классически говорит о том, что с ними надо бороться, но их никто не видит, и все борются только с ведьмами. Если не возражаете, на финал немножко о ситуации, которая возникла в областной организации Европейской солидарности, тоже перед Новым годом. Вы возглавляете городскую организацию, так или иначе вовлечены в эти процессы, насколько мы понимаем. Собственно, там произошла у вас смена руководителя. Видели, что тоже так достаточно драматично все происходило. Как оцениваете ситуацию? Ну, смотрите, самое главное, что партия Европейской солидарности – это проукраинская, проевропейская демократическая партия. Я не вижу никаких, скажем так, трагедий в том, что меняется руководящий состав партии. Оценивать ситуацию, почему это произошло, с одной стороны, мне это будет не весьма корректно, с другой стороны, опять же, проблемы я в этом не вижу. То, что произошло в стенах областного совета, имеет, скажем так, и подводные, скажем так, течения, и надводные, и на самом деле там перепутанные, скажем так, эмоциональная составляющая и реально составляющая с публичной позиции Европейская солидарность. Для меня то, что произошло сейчас, является очень ярким и характерным примером именно дотримания тех ценностей, которые мы декларировали во время избирательной кампании. Если мы для себя определили, то есть вот партия как субъект на всеукраинском уровне, о том, что есть позиции, по которым мы никогда ни с кем не интегрируемся, то есть не будем
будет там договорников каких-то, не будет там каких-то вещей в обмен там на дороги, на канализационные люки. То есть мы не меняем принципы европейского развития общества, да, и ну, патриотизм на канализационные люки, извините меня, на благоустройство плиткой. Вот это основное отличие, наверное, партии «Европейская солидарность». Поэтому и сегодня это является такой ну, доминирующей позицией. То есть депутат местного совета, он, скажем так, как элемент хозяйствующего, да, в городе там, или в другом любом административной единице, он заинтересован в развитии территории. Но это развитие там, территории не может идти в ущерб общей идеологии партии. В принципе, скажем так, классически, наверное, произошло размытие этих понятий в областном совете. Более того, мы такой момент еще был в Европейской солидарности, что мы подписывали кодекс доброчестности. Это партийный такая, скажем так, институция, которая была предоставлена для подписали все депутаты городских и других советов. Поэтому дотримание этого кодекса является основным элементом партийной, скажем так, дисциплины. Если что-то пошло не так, поэтому руководство центральное приняло для себя решение поступить в той или иной способ. Более того, о том, что этот имело место там такой, скажем так, локальный конфликт, который был вынесен на обсуждение ну, в киевский офис. Поэтому решение было принято то, которое принято. Назначен временно исполняющий обязанностями, и я так понимаю, что впоследствии будет конференция и будет обрана главу областного осередка. И опять же, я не исключаю, что варианты могут быть разные. Может и существующий, то есть ранее действующий руководитель претендовать? Может, может. То есть мы демократическая сила. Я задавал ему вопрос в этой студии. Он на момент разговора не ну, говорил, смотрите, что может или не хочет, это разные вещи. Мы говорим о возможностях. То есть возможность такая есть. Хорошо, фактически приехал исполняющим обязанности народный депутат Максим Саврасов. Да. Это не Николаевский народный да. депутат. Ну, правильно ли я понимаю, что такая просто компромиссная фигура, чтобы не углублять вот здесь у нас непосредственно на месте конфликт, чтобы он сошел на нет, сгладился, может быть, и как-то нет, дальше. Нет, ну смотрите, все. Есть еще нюансы. Я почему еще, так. Прошу прощения, ну, я, например, обратил внимание, там, собственно, сам же Максим разместил, когда он приехал в Николаев, там небольшую фотоотчет, небольшой он у себя в соцсетях, в Фейсбуке точно разместил. Ну, встреча его с партийным активом, угу. Вы там присутствовали, у всех присутствующих были очень серьезные лица. То есть разговор, как мне, вот, собственно, по этой вот, сказалось, что разговор, в принципе, непростой. Ну, я для себя ничего особо сложного не увидела. Знаете, ты когда не знаешь, что говорить, говори правду, тогда все у тебя будет легко, поэтому тебя не будет конфузить ни приезжие, ни уезжие, ни те, которые были, ни те, которые будут. Поэтому в части того, что Максим Саврасов приехал, ну, давайте будем честными, нету народных депутатов от Европейской солидарности, от Николаевщины. Ну, то есть, понятно. Но при любом партийном строительстве есть такой элемент, когда закрепление ответственности по территориальности. Максим Саврасов является куратором Николаевской области. По сути, мы с ним работаем, соработаем уже энное количество времени, и его приезд был совершенно, в принципе, логичным, потому что это часть его ответственности, Николаевская область. И если было бы для меня, ну, скажем так, как человека, посвященного в эти внутренние вещи, для меня было бы наоборот удивительно, если бы приехал не он, а кто-то другой. Это его сфера ответственности, поэтому, когда, скажем так, уходит один руководитель, там, по каким-то причинам, всегда приходит выполняющий обязанности, в принципе, обычная структурированная деятельность. Вы выше упомянули возможность досрочных парламентских выборов. Ну, как кажется, такая вот перспектива, собственно, выборов, ну, уже летает в воздухе. Должна да? стимулировать партию определиться с руководителем, потому что исполняющие обязанности, ну, как-то в такой ответственный момент не очень удачно. Или я ошибаюсь? Смотрите, вот момент, естественно, ответственный. У партии есть статут, программные цели, и мы будем действовать в этих рамках. Нравится это или не нравится кому-то, будет вокруг этого куча всяких разных ну, там, дискуссий, конфликтов или еще. Ну, такая жизнь, ничего с этим не сделаешь.
все равно хочется сохранять оптимизм. 100%. Тем более в такой светлый день, как сегодня. Да, поэтому, сохраняя оптимизм, хочу пожелать зрителям, которые празднуют Рождество Христово 7 января, пожелать им светлого праздника, для того, чтобы это было для них и для их членов семьи не просто каким-то номинальным фольклорным праздником или просто религиозным, чтобы они действительно для себя понимали суть Рождества, что в мир пришел Спаситель, и мы можем быть спасены только принятием Его в свою жизнь. Поэтому пусть Рождество станет действительно праздником преображения и понимания все-таки смысла, для чего Христос пришел на землю. Всех с праздником! Лена Киселева, депутат Миколаївської міської ради та голова фракції партії «Європейська солідарність», була сьогодні нашою гостею, відповіла на наші питання. Дякую, на краще, успіхів вам. До побачення. Дякую.